Прошло 2 года после возвращения Беринга и его команды с Камчатки. И уже полным ходом шла подготовка к новой экспедиции. Поняв, что вторая экспедиция неизбежна, и главой ей быть именно ему и никому другому, Беринг сразу же занялся подготовкой к походу с присущими ему усердием, скрупулезностью и упорством. В разработке всех проектов, наставлений и инструкций, касающихся второй экспедиции, он принял самое деятельное участие. Он подал ряд документов в Сенат, в которых излагал свои соображения и пожелания. После первой камчатской экспедиции Беринга почти ни у кого не оставалось сомнения, что пролив между Азией и Америкой есть. А значит, Адмиралтейств-коллегия стала рассматривать уже реальную возможность морского пути по северу на восточный берег страны и дальше. В конце концов, России, наконец, пора было узнать побережье Ледовитого океана, которым она уже давно владела. Хотя русские промышленники много раз посещали Крайний Север, о нем было известно только в общих чертах. А такие ценнейшие документы, как отчет о походе Семена Дежнева от устья Колымы до Анадыря, пылились в сибирских архивах, не дойдя до кого нужно. Не существовало точных карт и обмеров северных границ России. Науке приходилось довольствоваться самыми приблизительными данными. Были и совсем белые пятна. Почти ничего не знали об океанском побережье между устьями Енисея и Лены, а также о побережье к востоку от устья Колымы. Также уже давно было пора наладить связи как дипломатические, так и торговые с загадочной Японией. Да и в принципе узнать, где же она на самом деле находится. Также было решено более подробно изучить историю, географию, флору и фауну Сибири и Дальнего Востока. Ну и конечно же, следовало найти северо-западный берег Америки, пока его не нашел кто-то другой. Очень много факторов говорило о том, что она где-то близко от российских азиатских берегов. Взор европейских стран все больше падал на неисследованную северо-западную часть Америки. Испания господствовала в Южной Америке, и на изучение Северной Америки у нее не хватало возможностей. А вот соперничающие Франция и Англия все больше и больше узнавали земель в Северной Америке. В гонку по освоению земель Северной Америки мог вступить четвертый игрок – Российская империя. Уже на этапе подготовки ко второй экспедиции Беринга по разным каналам как Франция, так и Англия добывала о ней сведения. Один из наших главных участников первой камчатской экспедиции, Алексей Чириков, уже не был тем юнцом, что раньше. Теперь это был матерый капитан-лейтенант, досрочно получивший свое заслуженное звание. Шпанберга тоже повысили в звание. Слухи о крутом нраве Шпанберга и его жестокости теперь ходили по всей Сибири. К его двум постоянным аргументам, кнуту и виселице, добавился третий весомый аргумент. Огромный пес, который везде его сопровождал и был готов по первой команде броситься на неугодного оппонента Шпанберга. В его подчинении был назначен южный отряд, который должен был отправиться в Японию, и Шпанберг направился в Охотск готовиться к своему личному плаванию. Задачи поставлены были серьезные. Вереницы обозов со всевозможными грузами потянулись с запада на восток. Уже имевший опыт в таких масштабных мероприятиях Беринг давал советы даже в таких мелочах, как правильное складывание парусины для транспортировки, сколько пудов муки куда отправить, где ее взять в Сибири и так далее. Решено было назначить главный пункт управления экспедиции в Якутске, куда он и отправился координировать все процессы подготовки подчиненных ему отрядов к плаванию. Команде предстояло заново открыть свою страну, а также ее соседние берега. Задачи были поставлены. Команда сформирована. В истории это амбициозное и основательное движение во всех областях России на восток осталось как Великая Северная экспедиция. Участники экспедиции начали выезжать из Петербурга. На этот раз обоз их был гораздо больше, чем прежде, потому что предполагалось построить как на Тихом, так и на Ледовитом океане не один корабль, а целый ряд кораблей. Группами члены экспедиции покидали Санкт-Петербург и направлялись в веленые им места.
вся команда разделилась на 7 основных отрядов. 6 из них командовал непосредственно Беринг. Оставшийся отряд подчинялся напрямую адмиралтейству коллегии. Поговорим о нем подробнее. Отряду необходимо было изучить участок от Северной Двины до Аби. Этот возможный морской путь имел огромное значение. В случае успеха экспедиции и освоения морского пути, товары из Сибири можно было бы сплавлять по Аби из Тобольска, а затем по морю в Архангельск. Хотя еще задолго до того этот северный путь освоили предприимчивые поморы. Но в 1616 году по Карскому морю, которое тогда называли Студенным, строжайшим царским указом ходить запретили, опасаясь, что вся пушнина в обход государственной казны по этому морю уплывет. К тому же за последний век климат здесь стал значительно холоднее. Увеличились риски не только быть пойманным за контрабанду, но и замерзнуть насмерть где-то на краю света во льдах. Из Аби в Архангельск уже никто не ходил. Пора было это исправить. Командовать Двинско-Обским отрядом назначили Степана Муравьева и Михаила Павлова. Этому отряду было проще всего в плане подготовки к экспедиции. Портовый город Архангельск имел судовые верфи для строительства кораблей, а также здесь было намного проще со снабжением провизии. И уже в июле 1734 года отряд отправился в путь из Архангельска на кочах, экспедицион и Обь. Корабли вышли из горла Белого моря и пошли вдоль побережья Баренцева моря, проводя инструментальную съемку берегов. Дальше они вошли в пролив Югорский Шар мимо острова Вайгач. Когда команда прошла пролив Югорский Шар, то к удивлению бывалых людей обнаружили, что Студенное море совершенно свободно от льда. Это была удача. Идя вдоль берега дальше, благополучно добрались до полуострова Ямал. Земля простиралась теперь резко на север. Продвигаясь все дальше на север, команду начали одолевать сомнения, полная неизвестность об оставшемся расстоянии до Аби. Усиливающийся встречный ветер, а также приближающаяся зима склонили Муравьева и Павлова повернуть обратно. Идти на зимовье было решено в Печору, куда они прибыли 4 сентября. Оба коча были поставлены до следующей навигации у деревни Телевицы, ныне город Нарьян-Мар, а команда отправлена в Пустозерск. Муравьев с Павловым во время зимовья вконец поссорились и оба начали строчить доносы друг на друга, а также посыпались доносы от местного населения и подчиненных команды на них. Нехватка продуктов и цинга также усугубляли ситуацию. Следующий год морякам удачи тоже не принес. Студенное море оказалось на этот раз сплошь заполненным льдами, и продвинулись они чуть дальше Югорского шара. Но большие льды вынудили моряков отступить назад. Однако 6 августа Муравьев отдал приказ идти вперед. В этот раз ситуация складывалась для команды более удачно, и оба коча добрались до Ямала. Плавание от шараповых кошек проходило в густом тумане. 18 августа корабли потеряли друг друга из виду. В этот раз корабли прошли дальше самой северной точки Ямала, оба пропустив нужный им пролив. И около острова Белый, думая, что он продолжение Ямала, команда пошла обратно в Пустозерск. Отсутствие результата и многочисленные доносы всех на всех приведут к тому, что в 1737 году обоих лейтенантов отстранят от руководства отрядом и разжалуют в матросы, как сказано в приказе, за многие непорядочные, леносные и глупые поступки. Дальнейшее руководство Обской экспедиции перешло в опытные руки лейтенанта Степана Григорьевича Малыгина. В помощь ему были даны еще 2 судна, которые спешно доделывались в Архангельске. То были боты 1 и 2. Также было решено обойти Ямал по суше. В течение лета прикомандированный к Пустозерску геодезист-ученик Василий Селифонтов пошел на оленях делать обмеры по левому берегу Обской губы. Приняв на себя командование 25 мая 1736 года, Малыгин на достаточно потрепанном уже экспедиционе отправился в поход. Но подходив еще только к устью Печоры, он застрял в тяжелых льдах, пришедших в сильное движение. Лишенное всякой возможности управляться, выкинутое на мель судно потерпело здесь крушение.
была доказана неоспоримая вина Малыгина в крушении судна. Его предупреждали о приближающейся опасности и давали совет, как поступить. Но он не стал никого слушать, за что и поплатился. По морскому регламенту капитан Черевин, расследовавший дело о крушении корабля, должен был арестовать Малыгина. Но на свой страх я резко разрешил Малыгину продолжить плавание, отдав ему последнее пустозерское судно «Коч-Опь». Вместе с тем Черевин потребовал от Малыгина в порядке искупления вины сделать все, чтобы экспедицию довести непременно до успешного конца. Перегрузив на «Опь» все грузы, наконец Малыгин 21 июня вышел из устья Печоры. В море сразу же были встречены льды. Тяжелая борьба с ними продолжалась почти месяц, и только 22 июля Малыгин достиг острова Долгова. Здесь льды задержали коч еще на 17 суток. 7 августа к острову Долгому подошли долгожданные боты первой под командой лейтенанта Алексея Скуратова и второй во главе с лейтенантом Иваном Сухотиным. 8 августа все три судна вошли в Югорский шар. Выбравшись из пролива, постоянно борясь со льдами, команда смогла пройти только до устья реки Кары. И 26 сентября встали там на зимовку. Оставив на зимовку в избе, построенной у места стоянки ботов, под штурмана Великопольского с подлекарем и 10 матросами, сам Малыгин со всей остальной командой отправился на зиму в Обдорск, ныне Салехард. Там он встретился с командиром Обско-енисейского отряда Дмитрием Овциным. Они делились опытом и обсуждали дальнейший ход своих экспедиций. 6 ноября к отряду присоединился геодезист Селефонтов и сообщил радостную весть. Ямал не соединяется с новой землей. Он оказался способным учеником. К тому времени Селефонтов обогнул полуостров Ямал с севера и спустился на юг по западному берегу Ямала. На всем протяжении пути он расставлял опознавательные знаки и инструментально снимал береговую линию. Селефонтов предоставил журнал наблюдений с 18 рисунками и планами, исполненными в высшей степени достоверно. 16 марта 1737 года Селефонтов выехал из Обдорска сухим путем для описи острова Белого. В начале мая Малыгин с командой вернулся на зимовье в реке Каре и 6 июля вышли в море. Отсюда Коч-Опь, оказавшийся совершенно ненадежным, был под командой Сухотина отправлен в Архангельск. Малыгин пересел на бот первый, а командиром бота второго назначил Скуратова. Всего на первом было 25, а на втором 24 человека. Описывая по пути южные берега, с той поры уже Карского моря и западные берега Ямала, никакой неуверенности у команды не было. Только на север и только вперед! На берегу были замечены опознавательные знаки маяки Селефонтова, что внушало еще большую уверенность. И вот, наконец, они обогнули самую северную точку Ямала — мыс, с той поры имеющий название мыс Скуратова. Малыгин уже 23 июля был в проливе, отделяющем остров Белый от Ямала. Сейчас именуется этот пролив Малыгина. Здесь он встретился с Селефонтовым. 17 августа Малыгин вошел в Обскую губу, в то время свободную от льда, и 1 октября дошел до города Березово. Это была победа! Поставив здесь корабли на зимовку, Малыгин с подробными картами и донесениями выехал в Петербург. На Скуратова же возлагалась весной будущего года доставка судов обратно в Архангельск. Этот путь столько же, или еще более трудный, как настоящий, был совершен также в 2 лета. Отчеты Малыгина Адмиралтейств коллегия приняла положительно. Но также теперь было понятно, что севером по морю до Тобола не ходить. Впервые после Малыгина проливом прошли без малого спустя аж 2 века. Это говорит о многом.
По результатам экспедиции была составлена очень подробная карта веренного им маршрута. С того времени полуостров Ямал, омываемый теперь Карским морем, появился на всех картах мира. А позже появится на них и мыс Скуратова, и пролив Малыгина. Хочу поблагодарить спонсоров канала за поддержку в его развитии. Стань спонсором и получи эксклюзивные материалы по этой экспедиции и не только. А также обсуждать темы для новых роликов вы можете в нашем платном телеграм-канале. Для нас это очень важно. С вами был канал «Просветись».